Привет, ребята. Доброе утро. Привет. Привет. Да, доброе всем утро или день, в общем, в зависимости от того, кто где находится. Ребят, я рада вас всех видеть. У нас тут такая большая компания собралась. Вот. Очень классно будет поговорить сейчас о кроссплатформенной разработке автотестов. Но признайтесь честно, как долго вы ходили по граблям и писали под нативные платформы до того, как пришли к какому-то вот такому решению? Знаете, у нас в компании каждое утро тестировщики разбирают прогоны тестов на мастере. Ага. Дима и Витя тоже этим занимаются, как ни странно. И так как они, но так как они пишут тесты быстро и качественно, и стабильно, то могут себе позволить, вместо того, чтобы утром разгребать тесты, присутствовать здесь на Гейзенбаге и рассказывать о том, как писать эти тесты, потому что они не упали. Да, так что эти два товарища являются ветеранами пятничных релизов, разборов тестов, падений и так далее. Много дров наломали, много шишек набили, уже все знают. И я бы, наверное, спросил вначале Витю и Диму. Дима, как вы без кроволола спокойно можете сейчас здесь находиться? Ну, на самом деле, с удовольствием. Да, всегда приятно, я согласен с Димой, выступить на Гейзенбаге и порадовать наших слушателей нашим опытом и решениями. Да, это здорово, круто, ребята, да. Да. Ну что ж, на самом деле, вот мне кажется, что Коля очень классно подметил, что ребята сейчас имеют возможность сидеть здесь и делиться с вами опытом, ровно потому, что у них все очень классно налажено, и вот сейчас они нам об этом и расскажут. Ну что, мы готовы переходить к докладу? Да, конечно. Ну, давайте начнем. Давайте. Николай, спасибо тебе за начало представления. Ну, а ты на самом деле забыл представить еще одного участника, который помогал нам готовить этот доклад. Поэтому начнем с того, что представимся немного подробнее. И этот загадочный участник... Это... Арти, он помогал нам готовить слайды, и вы будете с ним встречаться по ходу нашего доклада. А теперь познакомимся с нами, с Виктором. Меня зовут Дима, и я тестирую мобильные приложения. Мой опыт работы в тестировании составляет уже более 5 лет. А 3 года назад я переехал из Питера в Лондон. Причем сделал я это ровно так, как показано на этой фотке, на машине и с собакой. Здесь же я работаю с приложениями Badoo и Bumble. Так как мы уже довольно долго работаем из дома, то помогают мне это делать бандиты с этого слайда. А в мои рабочие же обязанности входит тестирование новых фич как вручную, так и автоматизация тестирования этих фич. Также я занимаюсь поддержкой и улучшением нашего фреймворка автоматизации и обучал основам автоматизации наших коллег, у которых ранее такого опыта не было. Теперь вы знаете основные факты обо мне, и давайте познакомимся с Виктором. Всем привет, меня зовут Виктор, я Senior Automation QA инженер. Занимаюсь автоматизацией уже очень давно, я помню лет 10 назад, времена, когда у Apple даже не было еще фреймворка тестирования для iOS. В компании Badoo я занимаюсь поддержкой фреймворка. Также делаю ревью фич для фреймворка, которые нам пилят наши QA, и увлекаюсь культурой Японии. Здесь давайте мы проведем небольшую викторину. Напишите, пожалуйста, в Telegram-чат, кто изображен вместе со мной, какой известный японец на этой фотографии. Результаты викторины... А теперь можно перейти к идее. Да, результаты викторины мы подведем немного позднее. И, как я уже говорил раньше, мы работаем с 2 приложениями. Это Badoo и Bumble. Оба приложения для знакомств, и у нас миллионы пользователей по всему миру. Мы стремимся доставлять новую функциональность им как можно быстрее. При этом для нас очень важно, чтобы качество наших приложений не страдало из-за этой скорости. И именно с этим нам очень сильно помогает автоматизация. Кстати, не уходите, пожалуйста, далеко из Telegram-чата. Сейчас там Николай создаст опрос. Нам интересно узнать, кто из наших слушателей вообще работает с мобильными приложениями. Если вы работаете, то с каким количеством приложений? Результаты этого опроса мы также обсудим немного позднее. А теперь давайте рассмотрим
роль автоматизации в наших процессах. И для этого вернемся на 2 года назад. В те времена за тестирование новых фич у нас отвечали команды мобильного тестирования. Отдельно iOS и отдельно Android. И делали это вручную. А за создание автотестов, их поддержку, а также за поддержку и улучшение фреймворка и инфраструктуры для запуска тестов у нас отвечала выделенная команда автоматизации. При этом ручным тестированием занималось около 25 человек, а автоматизацией около 10. И им, конечно, было тяжело успевать делать все и улучшать фреймворк, инфраструктуру, а также автоматизировать то, что тестируют руками 25 человек. За последние 2 года наши процессы довольно сильно изменились. Теперь для релиза новой фичи нам обязательно иметь автотесты для нее. То есть мы не можем зарелизить какую-то фичу, не покрыв ее тестами. И тесты эти создают и поддерживают теперь команды мобильного тестирования. А у автоматизаторов появилось больше времени на улучшение фреймворка и нашей инфраструктуры, чему они наверняка рады. Очень важно заметить, что на данный момент активно занимаются автоматизацией мобильных приложений в нашей компании более 35 человек. Конечно, вместе с таким сильным изменением процессов у нас возросли и требования к нашему фреймворку автоматизации. Для нас стало очень важно иметь возможность писать тесты быстро, чтобы мы не задерживали релиз новых фич. А также для нас очень важно иметь стабильные тесты, чтобы мы не отвлекались на анализ каких-нибудь флаг и падений, вместо того, чтобы помогать разработчикам доставлять новую функциональность. Мы постоянно стремимся улучшать эти показатели. И со временем у нас сложился набор неких практик, которые помогают нам это делать. Сегодня мы хотим поделиться с вами несколькими примерами этих практик, которые могут помочь вам писать тесты более стабильными и делать это быстрее. Мы считаем, что наш доклад будет интересен как и тем, кто еще не занимается автоматизацией мобильных приложений, но планирует или все равно придется в скором времени это делать. Также тем, кто только начал это делать. Ну и думаем, что даже тем, кто уже активно занимается автоматизацией. Перед тем, как мы перейдем к самим примерам, важно сказать пару слов о нашем фреймворке, чтобы контекст наших примеров был полностью понятен. В нашей компании приложения нативные. То есть Android-приложения разрабатываются одной командой на Kotlin и Java, а iOS — другой командой на Swift и Objective-C. Но очень важное замечание в том, что большое количество фич совпадает и в Android, и в iOS-приложении. Именно поэтому одним из самых важных критериев выбора фреймворка автоматизации для нас была возможность переиспользовать сценарии между iOS и Android, чтобы мы могли написать один тест и запускать его на разных платформах. Именно поэтому мы выбрали кроссплатформенный фреймворк для автоматизации Calabash, пишем тесты на Ruby и пользуемся Cucumber фреймворком для написания сценария. А здесь важно заметить, что мы постарались обобщить наши рекомендации так, чтобы вы могли их применить вне зависимости от того, каким фреймворком пользуетесь именно вы. Ну и теперь мы закончили со введением и, наконец-то, перейдем к нашим практикам. В первом разделе поговорим про то, где писать проверки. И здесь впервые появляется наш помощник, которому мы и задали этот вопрос. Он нам ответил 2 таких варианта. И, конечно, они оба правильные, но не совсем про тесты. Поэтому давайте поговорим про наши тесты. Структура нашего... И для того, чтобы понять, где вообще можно писать проверки, рассмотрим структуру наших тестов. Она состоит из 3 уровней основных. Первый уровень — это сценарий. Здесь сам тест описан на человекопонятном Геркин-языке. Описаны все действия, которые должны быть сделаны, и проверки. На следующем уровне, который называется определение шагов, в соответствии этим действиям или проверкам ставится Ruby-код, который, в общем, это и выполняет. А на 3-м уровне страниц описываются объекты тестирования или экраны нашего приложения, где мы можем получить текст какого-нибудь элемента, либо нажать на какую-нибудь кнопку на экране.
Разобравшись со структурой теста, давайте перейдем к примеру. И перед этим сформулируем задачу, какую мы хотим решить в этом разделе. Задача звучит как создание проверки какого-либо элемента. Конечно, в приложении можно проверить какой угодно элемент, и их очень много. Поэтому мы выбрали один простой пример и поговорим о проверке сообщения о пропущенном видеозвонке. Далее вы увидите сценарий, но сначала нужно рассказать, что такое QA API, потому что эта аббревиатура будет встречаться далее, и нужно, чтобы вы понимали, о чем речь. Это API, с помощью которого мы можем менять состояние нашей системы во время тестирования. То есть, например, мы можем отправлять сообщения тестовым пользователям, используя клиент-серверные запросы. Также мы можем загружать фото этим пользователям и много всего другого. Про это, кстати, был сделан доклад, но вы не торопитесь переписывать ссылки. В конце мы обязательно поделимся QR-кодом, где все можно будет удобно найти. Ну а теперь, наконец-то, перейдем к сценарию. И здесь мы сфокусируемся на шаге для проверки, собственно, сообщения о пропущенном видеоколе. Поговорим о том, как его реализовать. И кажется, что это должно быть несложно. Виктор, так ли это? Да, Дима, давайте применим простой подход. Мы фокусируем внимание на том, что проверяем. Это текст подсказки и текст кнопки «Перезвонить». При первом подходе мы решили реализовать все это в шагах. Вы видите кукумбер-шаг. В нем есть рубль реализация. И мы видим, что мы сначала сдаем объект chat.page, потом вызываем метод await для ожидания транзишена, и потом вызываем метод verifyMissVideoCall, чтобы проверить лексему. Внутри реализации этого метода выглядит следующим образом. Мы сначала формируем ожидаемый результат какой-то лексемы, далее берем фактический результат с экрана и проверяем через assert equal значение этих лексем. Стоит сказать, что один тестировщик написал так на одной платформе, а другой добавил еще проверку кнопки «Перезвонить». Здесь мы можем увидеть, что есть ситуация кода, и также можем увидеть, что, возможно, первый QA пропустил, так скажем, важную проверку. Здесь можем сформулировать тогда проблему. Да? Наши риски, ошибки могут быть, но при двух кнопках кажется, что это совсем очень просто, и мало кто может. Но представьте себе, что нужно проверить 5 или 10 элементов, и тогда риски повышаются. И также мы видим, что дубликация кода этих проверок, она замедляет разработку. Как же решить эту проблему? Вместо того, чтобы делать проверки на пейджах, мы переносим их на уровень шагов. Для этого нам придется выделить два новых метода. Один метод будет возвращать нам, соответственно, подсказки, видеокол, месседж, текст, а другой метод будет возвращать нам текст кнопки. И в этих методах на странице уже очень сложно сделать ошибку, они довольно простые. Итак, мы можем перейти к выводам. Мы рекомендуем создавать проверки на уровне шагов, если вы пишете тест. Также мы рекомендуем делать страницы простыми. И как Дима уже говорил, мы решили выделить общие подсказки для тех, кто не пользуется кукумбером и у кого, возможно, даже нет этих шагов на языке Jerky. Мы рекомендуем создавать проверки на самом высоком уровне, там, где вы пишете тело самого теста. И также мы рекомендуем создавать объект тестирования простым и не мешать логику тестирования самим объектом. Итак, мы разобрали первую практику. Дима, тебе слово. Да, перейдем к следующему разделу, где мы поговорим о том, как этот подход помогает нам не только в работе с двумя платформами, но и в работе с двумя приложениями. Здесь, кстати, хочется спросить Николая, какие результаты нашего опроса? Много ли наших слушателей работает с несколькими приложениями, как и мы? Знаешь, очень интересно получилось распределение. И 54% респондентов ответили, что у них всего лишь 1-2 приложения, а приложений больше 3, как у нас, всего лишь 17%. При этом при всем 29% опрошенных не имеют ни одного приложения для тестирования. Хорошо. Здесь важно заметить тогда, что практики, которые мы покажем в этом разделе, мы также применяем и в случае в изоляции наших отдельных приложений. То есть, если у вас одно приложение, то не расстраивайтесь, это вам тоже может быть полезно. А если вы еще не работаете с мобильными приложениями, то, во-первых, не факт, что скоро вам не придется это делать, а во-вторых,
как обычно, мы постарались обобщить наши рекомендации так, чтобы это можно было применить вне зависимости от фреймворка. И давайте начнем этот раздел. Здесь, конечно же, мы опять спросим у Арти, как нам вообще работать с несколькими приложениями. Он сказал, что это делать легко, но на самом деле в тестах нам это делать немного сложнее. Задача, решение которой мы хотим показать в этой разделе, это создание общей страницы чата между нашими приложениями Badoo и Bumble. Потому что в какой-то момент разработчики создали общий компонент чата и переиспользовали его в обоих приложениях. Начали мы создание общей страницы или общего компонента с того, что разделили наш экран чата на логические модули. Например, toolbar и зона диалога или conversation. Зону диалога мы разбили на еще меньшие модули, например, для разных типов сообщений — текстовых, аудио, гифок и фоток. Следующий модуль — это поле ввода или input source. Он также состоит из более мелких модулей, таких как поле ввода для фоток, текста, гифок и аудиосообщений. После этого мы создали структуру модулей, подобную той, которую вы видите на слайде, для Android и для iOS. И после этого нам стало очень легко создать наши страницы чата в обоих приложениях. По сути, единственное различие в том, что нам нужно использовать разные базовые страницы, потому что они немного отличаются между двумя приложениями. После этого мы подключаем необходимые нам модули в страницу каждого приложения. Причем здесь можно заметить, что мы подключаем только актуальные для приложения модули. В Badoo, например, это сообщение о подарке, которого нет в Bumble, но зато есть другой тип сообщения. Важно заметить, что создание такого компонента позволит нам создать страницу чата в любом другом приложении, если такое появится в нашей компании, буквально за пару минут, что, конечно же, очень удобно. А также важно заметить, что мы используем одни и те же шаги для обоих приложений. И здесь мы вернемся к предыдущей практике и к методам, про которые рассказывал Виктор. Эти методы находятся в модуле для типа сообщения видеозвонка. Этот модуль подключается для Bumble и Badoo, то есть он написан всего один раз. И мы можем проверить это сообщение в четырех наших приложениях с использованием одного шага. В четырех приложениях это Badoo iOS Android и Bumble iOS Android. Таким образом, написать какие-то новые тесты для проверки чата в разных приложениях не составляет для нас практически никакого труда. Подводя итоги этой части, хочется сказать, что мы пишем тесты для приложений, как я говорил, используя уже существующие шаги, то есть экономя большое количество времени. А возвращаясь к тому, что я говорил про использование этого в отдельном приложении, мы также создаем подобные компоненты для экранов с большим количеством UI-элементов, будь они в Badoo или в Bumble. Такой подход в одном приложении позволяет избежать появления в коде так называемых GOT-объектов, то есть классов с большим количеством свойств и методов. И поддерживать разбитые на модули страницы гораздо проще, так же, как и расширять их с появлением каких-то новых фич. Давайте теперь обобщим эту рекомендацию, и она будет звучать так. Мы советуем создавать компоненты для объектов с большим количеством свойств и методов. И, конечно, Дрейк тоже одобряет этот подход. А далее мы поговорим про шаги для базовых действий. Чтобы разобраться, о чем пойдет речь в этом разделе, нужно подумать, что же такое базовые действия. И здесь, конечно, мы обратились снова к нашему помощнику. Он сказал, что для него базовые действия — это сидеть, лежать и сделать зайчика. Но наши тесты, конечно, зайчиков делать, наверное, не умеют. В тестах базовые действия — это ожидание страницы, верификация страницы, закрытие страницы или переход назад с какой-то страницы. Базовые, потому что они актуальны практически для любой страницы нашего приложения. Задача, решение которой мы хотим продемонстрировать в этой практике, звучит так. Нам нужно реализовать базовые действия для разных страниц. И более подробно с решением этой задачи вас уже познакомит Виктор. Спасибо, Дима.
Давайте рассмотрим. Два тестировщика написали следующую имплементацию. Один шаг, который ожидает час страницы, другой on profile. И мы видим здесь проблему синонимии, что они называются немножко по-разному, поэтому их сложно будет искать. И также мы видим, что в реализации она отличается всего лишь навсего разными классами объектов. Chat page и on profile. В случае же с базовыми действиями видим, что у нас еще более синонимия. Два тестировщика сделали три метода, которые step back, go back, press back и так далее. Да? То есть, по сути, для нас это одно действие с одним элементом UI, но у нас появились также какие-то методы на страницах, которые делают одно и то же. Таким образом, мы приходим к проблеме дубликации кода, и она существенно замедляет разработку тестов. Мы видим дубликацию, если не имею, в самих шагах нам придется их делать 100-500 для каждого базового действия. Мы видим также дубликацию на самих, когда мы создаем базовые методы действий. Как избавиться от этой проблемы? От простого подхода давайте перейдем к более сложному, общему подходу, так называемому generic. То есть мы можем создать класс страницы по его названию и строчке. Мы для этого сделали метод pageObjectBy, а также выделили общий метод pressBack для того, чтобы переиспользовать его на всех страницах. Реализация метода pageObjectBy выглядит следующим образом. Мы формируем из строчки, которую из cucumber шага, в какую-то строчку, похожую на класс, потом проверяем, если действительно у нас такой класс описан, то возвращаем назад объект класса. Таким образом, мы можем... Также мы видим в коде, что мы бросаем exception, если что произошло не так. Таким образом, мы видим, что нам нужно всего лишь написать один шаг и не писать 100-500 хотя бы для того, чтобы ожидать страницы. И это, согласитесь, намного упрощает разработку, то есть шаг уже готов, и мы просто его используем для любой новой страницы. Итак, мы рекомендуем создавать общие шаги для базовых действий и также создавать общие методы на странице, если у вас есть какое-то базовое действие, как GoBack или любое другое. Дима? Виктор, в прошлом разделе мы говорили, что нужно создавать какие-то модули и переиспользовать их на страницах. Тут мы снова говорим, что надо создавать методы на страницах. Ты можешь рассказать немного подробнее про это? Да, кажется, что мы даже противоречим немножко сами себе, но это не так. В случае, когда у вас действительно много методов на странице, логично выделить модуль. В случае же, когда у вас есть повторяющее действие базовое на 90 страницах из 100, логично добавить его в отдельный метод и положить или в базовую страницу, в данном случае мы имеем в виду базовую страницу, или также выделить маленький модуль и потом его включить в других местах. Теперь мы можем, наверное, обобщить эти советы. Да, мы советуем, если у вас много однотипного кода, то выделять общие методы. Тебе не кажется, что это и так всем известно? Звучит как-то по-капитански, я согласен, да. Совсем простая инструкция, но здесь очень важно применение. Мы держим в голове, что у нас более 30 человек пишут автотесты и заранее предложить им правильный approach, чтобы не было 100-500 созданных шагов, которые потом мы как-то бы рефакторили. Спасибо. И теперь мы перейдем к следующей практике. И в этом разделе поговорим про верификацию изменения состояния элементов. Арти нам показал, как он умеет изменять свое состояние, но наши тесты, к сожалению, опять же так не умеют. Какая досада. Мы считаем, что эта практика одна из самых важных в мобильной автоматизации в принципе, потому что в приложениях очень редко встречаются статические элементы, которые сразу же отображаются на экране и всегда на нем доступны. Часто мы сталкиваемся с проблемой того, что элементы занимают какое-то время, чтобы загрузиться. Например, на видео в случае с медленным интернетом вы видите, что элементы профиля появляются с существенной задержкой. И если мы начнем пытаться их проверить до того, как они появятся, наши тесты будут падать, и мы будем очень сильно расстраиваться. Относится изменение состояния элементов не только к их загрузке, но и к, собственно, изменению состояния. Давайте посмотрим на ячейку чата с Лерой, и мы можем получить какое-то новое сообщение от этого пользователя. И ячейка чата изменится, но при этом сами элементы, их локаторы, никак не поменяются. То есть, если мы захотим проверять новое сообщение, нам нужно дождаться, что оно к нам придет. Естественно, эта проблема не нова, и все с этим сталкиваются. Поэтому существуют и стандартные решения. В Selenium, например, это различные типы вейтов. Calabash, конечно, также предоставляет
стандартное решение. Это метод wait for. Когда мы начинали нашу автоматизацию, мы использовали его для ожидания элементов и ожидания изменения их состояния. Но в какой-то момент столкнулись с проблемой, и Виктор лично познал некое количество боли, с этим разбираясь. О, да, Дима, это была целая история. Перед тем, как рассказать им ее, давайте обратимся к викторине. Коля, угадал ли кто-то этого известного японца на фотографии? Да, помимо того, что люди подумали, что это Кодзима, Максим Фокин скинул фотографию и узнал Мацу. О, здорово. Да. Спасибо, Коля. Да, действительно, стоит сказать здесь, что Wait for колобашевский реализован с рубишным тайм-аутом. И здесь, когда мы начали использовать только эти методы wait for колобашевские, иногда у нас получилось так, что раз в 2 недели, раз в 3 недели зависали все тесты. И мы не могли понять, как, что, почему, что мы делаем не так. Мы добавили логов, естественно, и мы выяснили, что это происходит из-за Ruby тайм-аут. Проблема была в том, что когда вызывается тайм-аут внутри тайм-аута, то так он реализован на глобальном потоке, происходит зависание. В качестве простого примера мы подготовили вам действие скролл какой-то кнопки, например, блок button, кнопки блок. Мы видим, что используется wait for, идет действие скролл, потом ожидание анимации и потом функция дисплея кнопки блок. Далее мы видим, что метод wait until no animation реализован также с wait for. Он просто ждет, что нет анимации на каком-то элементе. Образом, в явном виде получается так, что wait for внутри wait for вызывает что-то. Представьте себе, что такие wait for также есть внутри самих колобашевских методов. Иногда получалась цепочка wait for внутри wait for внутри wait for. И риски зависания увеличивались. Мы решили отказаться от стандартных методов колобаша с этим wait for и сделать собственное решение. Дима, расскажи, пожалуйста, про требования. Требования к нашему решению были предельно простыми. Кстати, мы назвали этот метод poll, то есть нам необходима была функция полинга элементов. И требования совпадают с требованием к стандартным решениям. Нам необходимы методы, которые повторяли бы проверку, пока не выполнится условие, либо пока не истечет время, отведенное на тайм-аут. И после того, как это время истекает, если проверка не выполнилась, наши методы должны выбрасывать ошибку. Сначала мы создали предельно простые реализации и со временем добавляли какие-то полезные нам изменения и параметры этих методов. Немного подробнее мы хотим остановиться на параметре с названием return on timeout. Его суть в том, что при использовании этого параметра наши методы перестают выбрасывать ошибку, даже если проверка не выполнится, а просто возвращают результат выполнения проверки. Здесь, конечно, можно ожидать вопросов, как это вообще работает и зачем это нужно, и, конечно, мы на это сейчас ответим. Начнем с того, как это работает. Если мы в poll методе будем ждать, пока 2 станет больше 3, то за время нашего стандартного тайм-аута это вряд ли произойдет. И мы всегда будем получать ошибку по тайм-ауту. Но если мы добавим наш параметр return on timeout и все так же будем ждать, пока 2 станет больше, чем 3, то после окончания тайм-аута, скорее всего, 2 все так же не станет больше, чем 3. Только наш тест не упадет, а вернет результат этой проверки. Зачем же это нужно делать? Мы используем этот параметр для верификации изменения состояния наших элементов. Но при этом очень важно использовать его аккуратно, так как он может скрывать настоящее падение ваших тестов, и когда проверки не выполняются, просто тесты будут продолжать свое выполнение. А теперь, собственно, перейдем к самому интересному. Поговорим про то, как же проверять различные изменения состояния, и поговорим о том, какие вообще изменения состояния существуют. И здесь нужно познакомиться с нашим объектом тестирования. Это будет черный квадрат. Он умеет всего 2 вещи. Он умеет появляться на экране и пропадать с экрана. Больше ничего этот объект тестирования делать не умеет. Соответственно, первый вариант изменения состояния называется «должен появиться».
Проверка его происходит в том случае, когда в состоянии 1 на экране нет нашего объекта тестирования, а в состоянии 2 он должен появиться. И если он появляется, то проверка этого варианта проходит успешно. И здесь опять мы хотим обратиться к вам, а то мы вам все рассказываем и рассказываем. Интересно спросить и у вас. Напишите, пожалуйста, в чате в Телеграме, сколько, по-вашему, существует вариантов изменения состояний нашего объекта тестирования. Мы дадим вам буквально 1-2 минуты, чтобы вы написали то, что вы думаете. Это очень хороший вопрос, Дима. Кажется, что он опять-таки простой, но тут есть свои нюансы. И мы очень часто спрашиваем его на собеседованиях, и мало кто отвечает с первого раза. И да, мы уже, наверное, не будем его спрашивать больше на собеседованиях. Да, ты не жалеешь, что теперь тебе придется придумывать какой-то новый вопрос? Да, их уже хватает, этих вопросов, да. И флаки-тесты, и другие. Их очень много, на самом деле, после стольких лет автоматизации. Ну, хорошо, значит, ты не сильно пострадал, что поделился этим ответом здесь. Да, но этот вопрос стоит подчеркнуть, один из главных для проверки именно состояний, потому что мы используем их в функциональных проверках тестов, а проверки в тестах — это то самое важное, что должно быть идеально. Николай, может быть, у нас уже есть какой-то набор ответов? Расскажешь нам? У нас есть пока один ответ, и несколько людей пишут. Я подожду хотя бы парочки, да, и посмотрим, есть ли среди них правильные. Хорошо. Ну, на самом деле вопрос интересный, поэтому мы хотели, чтобы вы нам ответили то, что думаете вы. Я вижу уже 4, даже больше ответов появляется. Среди них преобладает в том числе правильный ответ. Расскажите, пожалуйста, какое число правильное и почему? О, круто, видишь, Виктор, кажется, что многие наши слушатели смогли бы пройти твое собеседование. А теперь давайте поговорим про все эти варианты. И правильный ответ — это 4. Первый вариант мы уже разобрали, давайте посмотрим второй. Он называется «должен пропасть». Проверяем мы его тогда, когда в состоянии 1 у нас отображается наш объект тестирования, а в состоянии 2 его не должно быть. Третий же вариант не такой очевидный, как первые 2, потому что, по сути, мы проверяем не изменение состояния. Это нам нужно проверять тогда, когда в состоянии 1 наш объект тестирования не должен отображаться на экране. Но при этом через какое-то время в состоянии 2 он все еще не должен появиться. Вы, наверное, могли догадаться, какой же вариант 4. Он называется «не должен пропасть». И проверяем мы его, когда в состоянии 1 объект должен быть на экране, и он не должен пропасть через какое-то время в состоянии 2. Мы зафиксировали все возможные варианты, и давайте же наконец-то перейдем к самому интересному. Как же нам хорошо проверять все эти 4 варианта? Разобьем реализацию проверок на первые 2 варианта и третий и четвертый. Для первых 2 все довольно просто. Для первого нам просто нужно подождать, пока элемент появится в поле, а для второго подождать, пока элемент пропадет. Но в случае с третьим и четвертым вариантами все не так просто. Виктор, расскажешь детально? Да, здесь начинаются наши так называемые нюансы реализации. И здесь стоит также сказать, мы спрашивали это на собеседованиях, и практически никто не давал правильную реализацию сначала. Все использовали, как бы, вы думаете, что это, конечно же, метод реализации со слип. И что стоит сказать? Да, оно может решить задачу, но есть здесь какие-то проблемы, да. Во-первых, если у нас тест будет падать, то ему придется 10 секунд еще подождать. Иногда люди ставят слипы и 30 секунд. То есть если мы знаем уже на 2 секунде, что нам нужно упасть в тесте, что-то идет не так, зачем нам все 30 секунд спать? Также может произойти так, что состояние изменилось во время этого слипа, и тогда мы пропустим багу. Итак, наша проблема в том, что мы не хотим время на заведомо известные тесты, которые падают. И также мы не хотим пропускать баги, потому что если у вас, допустим, есть платная кнопка, и у вас не появилась фича вовремя, или наоборот, она исчезла, потом появилась, то это для вас критический баг приложения, его нужно пофиксить.
Реализация данных проверок выглядит следующим образом. В чем же здесь нюансы? Во-первых, мы зафиксируем, мы рассмотрим вариант «не должен появиться». И здесь мы фиксируем, во-первых, состояние, что у нас нет элемента. Далее мы с полингом смотрим, что у нас элемент появляется, происходит изменение состояния с return timeout. Значит, этот полинг возвращает нам значение. Мы далее проверяем в ассерте. Для реализации варианта «не должен пропасть» мы используем инверсивное состояние, что у нас нет элемента. Таким образом, мы видим, что два данных состояния можно проверить таким образом с return timeout параметром. Здесь мы решили выделить дополнительную функцию общую, следуя нашим общим практикам и рекомендациям. Тот, кто не использует Ruby, не пугайтесь, yield — это функция проверки, boolean функция проверки может быть элемент displayed или любая другая функция, это всего лишь код блока. И выделение общей функции, отмечу еще раз, это всегда помогает нам, потому что мы работаем в команде, где у нас много QA, и поэтому кто-то всегда может забыть про вот эти состояния, особенно если кто-то делает и пишет тесты вначале. Итак, мы советуем вам и даем простые рекомендации. Во-первых, обрабатывайте, пожалуйста, все 4 варианта изменения для проверки UI-элементов. Во-вторых, мы советуем выделять общий метод. В качестве общей рекомендации мы советуем использовать полную систему проверок для вариантов, всех вариантов изменения состояния. Ну, Виктор, это звучит как-то заумно или сложно? Можешь, пожалуйста, поподробнее? Да, это простая математика на самом деле. Здесь мы представим, что когда у нас элемент есть, это состояние true, когда его нет, это false. И мы строим просто матрицу всех комбинаций. Если у нас появляется новое состояние, то можем достроить столбец и посмотреть все варианты комбинации. Никакой сложности здесь нет, хотя это звучит, возможно, как-то заумно. Окей, спасибо. На этом мы закончим разговор об этом разделе и перейдем к следующему. Причем важно заметить, что так как мы говорили, что это одна из самых базовых вещей в наших тестах, в следующих примерах вы будете встречать использование пола, но теперь вы уже знаете, как он работает, и это круто. В этом разделе мы поговорим про надежную настройку предусловий наших тестов. Как вы могли догадаться, начали мы с вопроса к нашему помощнику, что такое надежная настройка предусловий. И он сказал, что ему нравится, когда на него надевают костюм перед осенней прогулкой в парке, потому что он не любит потом мыться после этого. А что же касается наших тестов, то предусловия, опять же, немного другие. И поговорим про то, как же нам их настраивать. Виктор, расскажешь про примеры, которыми мы хотим поделиться? Да, Дима, мы используем два примера. Первый пример — это отключение сервиса локации в настройках, а второй пример — создание истории чата. Реализация для первого примера метода отключить настройки локации выглядит следующим образом. Мы ждем какой-то свитчер, что он есть на экране, потом проверяем его состояние. Если оно не в том, котором нам надо, мы его изменяем. Давайте посмотрим это на демо-версии, как это работает. Мы открываем настройки, ищем в настройках сервис локации, открываем ее, изменяем значение, переходим в наше приложение. И здесь давайте-ка мы проверим, как отработала наша предустановка. Для этого нам придется вернуться обратно в настройки. Опять-таки найти там сервис локации. И что мы видим? Значение не изменилось. Как? Что? Почему? Кажется, какой-то злобный нюанс Apple. Получается, что при быстром выходе из настроек состояние-то не сохраняется. Да, это было неожиданно для нас. Но такие промахи могут быть и в случае же прикондишенов в нашем приложении. Давайте обратимся ко второму примеру проверки загрузки истории в чате. Реализация метода выглядит следующим образом. Как Дима уже говорил, мы используем QPI для того, чтобы отправить сообщение по user ID. И в цикле мы отправляем все сообщения. На демо это выглядит следующим образом. Мы находим пользователя в чате, отправляем ему пачку сообщений. И что мы видим? Что сообщения приходят асинхронно. Это естественно, это нормально. Сервер не может доставить все сообщения в одну миллисекунду, поэтому иногда приходят DLM. И есть задержка на сервере. Итак, мы можем выделить общую проблему.
Тесты могут падать иногда в случае, когда приложение даже работает правильно. Но мы не хотим тратить время на исследование такого рода падений. И согласитесь, всегда очень грустно исследовать и видеть, что это не баг приложения, а это плохой прикондишн. Как мы можем решить проблему? Мы добавляем гарантию после действия. В случае с отключением локации мы проверяем, что состояние свитчера изменилось. Поэтому на демо-версии сейчас мы можем увидеть следующее. Мы повторяем наши действия, открываем сервис локации, меняем свитчер, значение свитчера, включаем, открываем опять наше приложение, опять делаем маленький финт для того, чтобы проверить предустановку, возвращаемся обратно и видим, что да, оно изменилось. О чудо! Оно работает. Во втором примере мы добавили, опять-таки, у нас есть этот волшебный QAPI, мы можем подождать, что все сообщения отправились клиенту от сервера с методом wait for user received message. Это выглядит следующим образом. То есть мы опять-таки ищем в чате, открываем чат с каким-то человеком, и что мы видим? Что все сообщения доставлены, и мы можем делать любую проверку, которую нам надо, и тест уже не упадет. Итак, стоит сказать здесь, что, во-первых, мы рекомендуем использовать всегда гарантию действий для ваших предов. Это помогает вам не только вовремя, скажем так, отловить падение, но также в случае, когда, например, происходит миграция, когда происходят какие-то изменения, которые даже не связаны с багами, а у вас происходят изменения с environment, это тоже очень важно, и вы не тратите время на исследование проблемы, сразу видите, что у вас тест падает. Это очень-очень сильно экономит время и помогает нам в исследовании наших ложных падений автотестов, которых уже практически нету, все меньше и меньше. В качестве общей рекомендации мы советуем делать проверку любой предустановки, когда выполняется асинхронное действие. Да, звучит это, конечно, как-то опять общо, и действительно, в мире программирования это уже выполняется давно. Я всем советую всегда почитать статью Мартина Фаулера. Он описывает там 5 топ-флаки test reasons, причины падений, причины ложных падений автотестов, поэтому почитайте, пожалуйста, и как бы здесь важно также отметить, что любые рекомендации нужно применять всегда правильно. И эта статья поможет также вам узнать о других причинах ложных падений автотестов. Дима? Так кажется, что мы можем использовать такой подход для всех остальных действий в наших тестах. Разве не будет ли удобно подождать, что наше действие выполнилось, как мы и хотим, чтобы оно выполнилось, и только потом продолжать наш тест? Да, действительно. Вот мы поговорили о проверках в тестах, о прикондишенах, и теперь мы логично переходим к самим действиям в тестах. И тут важно понять, что у всех у них разная природа, и есть иногда простые действия, а есть сложные. Дима, расскажи немножко поподробнее здесь. Ну, начнем мы, как вы могли догадаться, с того, что спросим нашего помощника, что такое независимость шагов для него. Он сказал, что это тогда, когда он может либо побегать в парке, либо когда он может сбежать от нас и искупаться в Темзе. Тесты же наши, конечно, работают опять по-другому. И задача, решение которой мы хотим рассмотреть здесь, заключается в реализации шагов для разных действий или верификаций. Опять же, задача очень общая и подходит практически для любого шага в нашем тесте, поэтому мы выбрали пример, где рассмотрим поиск и отправку гифок. Виктор, расскажи поподробнее, пожалуйста. Да, давайте подробим, посмотрим пример, демо-версию. Что мы здесь делаем? Мы ищем какую-то гифку, выбираем ее потом из списка и отправляем нашему собеседнику. Я очень люблю отправлять японские гифки, они очень смешные. Да, это выглядит как простое действие, всего лишь отправить гифку. Давайте посмотрим, как мы реализовали ее, что за сценарий. Во-первых, нам действительно нужно сначала найти чат с пользователем, перед тем, как отправлять какую-то гифку. Потом найти сами input source с гифками, потому что у нас разные способы отправлять не только гифки, но и другие сообщения. Далее нам нужно напечатать по ключевому слову какую-то гифку, убедиться, что список обновился, и отправить, выбрать из этого списка какой-то GIF, который нам интересен. Давайте рассмотрим и сфокусируем внимание на именно том шаге, который отвечает за поиск GIF. Во-первых, здесь всегда стоит сказать, что во всех шагах мы ожидаем сначала страницу. Это помогает от флаги тестов.
Во-вторых, мы сохраняем значение списка всех гифок до действия поиска. Далее мы совершаем действие поиска по какому-то ключевому слову, просто печатаем какую-то гифку. И далее мы ждем, что состояние изменилось, и наш список обновился. Что здесь стоит сказать? Что это состояние вполне конкретное. И если у нас будут какие-либо другие состояния, когда список не обновился, мы не сможем использовать данный шаг. Это ведет к проблеме, что нам сложно переиспользовать такого рода шаги. Как мы можем решить данную проблему? Мы предлагаем разбивать данные шаги на простые. Таким образом, мы выделили из одного три шага. Первый шаг, тот, который сохраняет состояние всех гифок перед действием. Второй шаг – это сам поиск гифки, напечатать какое-то ключевое слово для поиска. И третий шаг – мы ждем, что список обновился. Таким образом, мы сможем использовать первых два шага даже в том случае, если у нас в тесте список не обновляется. Это экономит нам разработку времени и позволяет делать шаги независимыми, простыми для перестановки. Но, кажется, здесь возникают какие-то нюансы. Вначале мы говорили про какие-то сложные действия. Дима, расскажи, пожалуйста, про это. Да, действительно, мы не всегда можем разбить шаги на настолько простые, независимые друг от друга действия. Потому что иногда в наших тестах встречаются сложные шаги. Под сложными шагами мы подразумеваем те, которые включают в себя переходы между разными экранами приложения, либо работу с изменением состояния какого-либо одного экрана. Мы выбрали один пример и поговорим про голосование в мини-игре. Что такое мини-игра, вы можете увидеть на примере. Это экран, где пользователю предлагаются профили других пользователей, которые ему написали. Можно либо отвечать на сообщение, либо пропускать этих пользователей. Действие пропуска будем называть «голосовать нет». И есть вероятность, что мы захотим написать такие тесты, как проголосовать, например, 5 раз, закрыть мини-игру, вернуться в нее и проверить, что мы находимся на правильной позиции. Либо проголосовать N раз, то есть за всех пользователей в этой игре, например, за 10, и проверить, что игра закончилась, и нам показывают, что мы достигли ее конца. Конечно, если мы хотим голосовать N раз, нам было бы, наверное, неудобно писать N строчек шагов «я голосую нет», «я голосую нет», «я голосую нет» в нашем сценарии. Читать такой сценарий, конечно, не совсем удобно. Поэтому есть смысл создать более сложный шаг с параметром количества голосов, который может проголосовать необходимое нам количество раз. И кажется, что реализовать такой шаг можно тоже довольно просто. Нам нужно всего лишь повторить голос на странице нужное количество раз. Но тут мы сталкиваемся с проблемой. Иногда тест может пытаться голосовать слишком быстро и будет пытаться проставить следующий голос до того, как предыдущий обработается. При этом наш шаг выполнится, и потом на следующем шаге где-нибудь, где мы захотим проверить, что мы проголосовали за нужное количество людей или что мини-игра закончилась, тест упадет, потому что предыдущий шаг не выполнил свою задачу и сделал меньше голосов, чем нужно было. И, конечно, мы очень не любим разбираться с такими тестами, которые падают на каком-то шаге, где, в принципе, тест работал правильно, и падают из-за того, что что-то до этого было сделано неправильно. Эту проблему можно исправить таким образом. После каждого голоса мы можем проверять, что наш прогресс в мини-игре изменился. И только после этого делать следующую попытку голоса. Таким образом, все наши голоса будут успевать обрабатываться, и мы избежим возможных флаг и падений наших тестов, что всегда очень приятно. Давайте теперь подведем выводы этого раздела. Мы создаем независимые шаги для простых действий. Это позволяет легко их переиспользовать и создавать различные сценарии за более короткое время, чем если бы нам нужно было переписывать похожие друг на друга шаги. А в шагах же для сложных действий мы добавляем проверки того, что действия выполняются перед тем, как переходить к следующим действиям. Если мы обобщим эти рекомендации, то мы советуем выделять независимые методы для простых действий в тестах
и добавлять проверку предустановок в сложные действия. На этом мы перейдем к следующему разделу. И здесь мы поговорим про верификацию необязательных элементов. Виктор, а что, у нас есть какие-то элементы, которые нам обязательно или необязательно проверять? Мне казалось, что в наших тестах мы должны проверять все элементы. Да, звучит как-то странно. В тестировании, вообще говоря, все надо проверять. Вот. Однажды я в гости и принес с собой необязательные элементы для RT. Это оказались, как вы думаете, очки и кепка. Таким образом. Расскажи, пожалуйста, про предметную область. Что же за необязательные элементы у нас в приложении? Да, разобравшись с необязательными элементами для RT, давайте перейдем к нашим тестам. И под необязательными элементами мы понимаем такие элементы, которые могут на каких-то, когда на одном экране элемент может либо отображаться, либо не отображаться в зависимости от каких-либо условий. И рассмотрим мы здесь пример диалогов о подтверждении действий пользователя или алертов. Наверняка вы сталкивались с этими диалогами при использовании различных мобильных приложений. И даже в наших двух приложениях существует больше 70 подобных диалогов. Они появляются в разных местах и после разных действий пользователей. А что же такое необязательные элементы на них? Стоит заметить, что локаторы у всех этих элементов на алертах одинаковые, вне зависимости от того, в каком месте приложения он появляется. Но тут мы можем заметить, что когда-то, как на алерте посередине экрана, может не быть второй кнопки, только одна кнопка. А на алерте слева вы видите две кнопки, заголовок и сообщение. А справа пример, когда может не быть заголовка. То есть в различных случаях эти экраны могут выглядеть немного по-разному. Но так как локаторы у них одинаковые, конечно же, мы хотим реализовать все проверки один раз на какой-то базовой странице и потом просто наследовать каждый конкретный алерт от нее, чтобы нам не пришлось повторять этот код. И именно в этот момент у нас встает проблема того, как же нам работать с такими необязательными элементами. И это и будет частью задачи, пример решения которой мы хотим показать в этой практике. Мы поговорим про создание общего метода верификации всех страниц, основанных на базовой, с учетом необязательных элементов. Виктор, расскажи поподробнее, с какими проблемами мы тут столкнулись и как их решали. Да, здесь есть опять-таки свои нюансы. Мы выделили метод. Давайте посмотрим, как мы применяли этот метод в начале. Да? Verify alert на примере clear account мы видим, что мы проверяем и title, и description, и две кнопки. У нас также были и другие алерты, например, wait for reply. У него, мы видим, есть только title, description и одна кнопка. А у другого алерта special offers мы видим, что у него есть только description и две кнопки. Вот. Мы решили сделать наш подход простой. Мы ожидаем, что сначала обязательные элементы есть, а те, которые не обязательны, так, if какой-то текст передан, мы тогда ожидаем, что и элемент с этим текстом есть. Но если его нет, мы ничего не делаем, поэтому здесь пропущена проверка. Также сам мы реализовали все это для кнопки, для последней кнопки. Мы видим, что да, если мы передаем текст, мы проверяем, что есть какой-то элемент с этим текстом. Но здесь возникает проблема. Мы пропускаем действительно то состояние, когда у нас не отображаются вот эти опциональные, необязательные элементы. И это все может привести к комичным случаям. Например, может появиться такой алерт, который две кнопки. В принципе, что выбрать пользователя, непонятно. И то работает так, что закрывает алерт. Тогда, а в чем же разница? Зачем на две кнопки на этом алерте? Достаточно одной. Это похоже на критический UI-баг для пользователя. Даже если ваше приложение не крашится, поэтому это нужно пофиксить. Чтобы отловить это в тестах, мы решили изменить проверку. И вначале, да, мы видим, что вот наш if, как мы изменили. Мы добавили проверку второго состояния. То есть если мы передаем какой-то текст, и этого текста нет, то значит элемента нет. Мы проверяем, что элемента нет. Если же в title есть какой-то текст, мы проверяем, что элемент с этим текстом есть. Также мы решили все это выделить тогда в общий метод, который назвали waitForOptionElementText. Видим, что здесь просто находится этот if. И реализация нашего общего метода тогда также изменилась.
мы видим, что Verify Alert стал, да, мы ожидаем обязательные элементы, и потом используем элемент текст для необязательных, как title или же наша кнопка. Таким образом, мы позволяем избежать ошибок при написании автотестов. Да, мы держим в голове, что наши тесты пишут разные тестировщики, поэтому логично выделить также общий метод. Стоит сказать, что, опять-таки, не бывает необязательных проверок, бывают необязательные элементы, которые обязательно проверять. В качестве общей рекомендации, кажется, что мы здесь опять повторяемся, мы советуем использовать полную систему проверок и выделять общие методы для однотипных действий. Но здесь важно сказать, что данные общие рекомендации правильно использовать и в самом начале пути, когда вы начинаете писать кучу степов или кучу проверок, важно, и у вас много людей, и важно не допускать ошибки. Поэтому данные общие рекомендации важно правильно применять. Дима? Спасибо. И время нашего доклада подходит к концу, и подошла пора подвести итоги. Здесь мы вкратце напомним вам обобщенные рекомендации, которые мы давали по ходу нашего доклада. И хоть они могут показаться вам очевидными, и то, что вы их давно знаете, то, на чем мы хотим заострить внимание, это то, что применять их можно в совершенно разных примерах, как мы и продемонстрировали. И очень важно об этом всегда помнить. Конечно, начнем мы итоги просто с фотографии нашего помощника на берегу моря. А теперь к самим же рекомендациям. Так как проверки в ваших тестах — это то, ради чего мы, в принципе, их и пишем, мы советуем всегда использовать полную систему проверок. Также не забывайте добавлять проверку предустановки для асинхронных действий. И выделяйте общие методы для переиспользования однотипного кода. Это может быть как и в шагах, так и в методах страниц, то есть во многих местах. Создавайте объект тестирования простым. И выделяйте независимые методы для простых действий в тестах. На этом у нас все. И перед тем, как мы перейдем к вопросам, важно заметить, что мы создали образец проекта, или так называемый sample project, в котором реализовали все примеры, про которые мы вам сегодня рассказали. Ссылка на этот проект есть на этом слайде, а также по QR-коду. Вы можете скачать этот проект и у себя спокойно посмотреть, как мы реализовывали все примеры, которые показали вам ранее, и запустить какие-то примеры тестов, которые мы написали. А теперь спасибо вам всем за внимание, и мы будем рады ответить на ваши вопросы. Коля, тебя, наверное, не слышно. Сорян, я был на мьюте. Сейчас слышно. Так вот, в нашем чате очень оживленная беседа сейчас идет, и очень много вопросов задается. Начну с самого первого. Как мы реализовали deploy app на пул приложений на пул девайсов, например, хабы с раздельными портами, что-то такое, и как у нас реализован сбор результатов? Витя, расскажи, пожалуйста. Очень интересный вопрос, да, действительно, как мы знаем, у нас есть... Мы используем Cucumber. У Cucumber, к сожалению, есть проблема парализации автотестов, поэтому мы сделали свой параллел Cucumber, который запускает в разных потоках тесты и потом собирает результаты и генерирует общий отчет на основе JUnit формата. А в случае же с пулом реальных девайсов, там все немножко сложнее, и у нас есть и Android, и iOS. Мы используем, да, действительно, реальное устройство, у нас есть мощные сервера. На iOS мы используем такое решение, как девайс-сервер, опять-таки это наш in-house solution, вы можете посмотреть на GitHub, который помогает нам управлять девайсами. Он задеплоен обычно на одном сервере и дает нам возможность прогонять тесты на 100 реальных эмуляторах или на каком-то пуле реальных девайсов. На Android у нас немножко другое решение, тикет-машина, но она, в принципе, организована так же. Коля, что-нибудь добавить? Параллел Cucumber вроде как тоже доступен на GitHub в открытом доступе. Да, все доступно на GitHub, да. Спасибо большое, Витя. И Дима, следующий вопрос. Спрашивает Кошка. Правильно я понимаю, что вы пишете тесты на Ruby, выполняете один и тот же тест на Android и на iOS? Да, это так.
И вопрос здесь, нужен ли какой-то платформо-специфический код, например, чтобы один и тот же UI-элемент на разных устройствах был обнаружен. И можно подробнее об этом. Как мы храним эти проекты в одном репозитории или разделяем? Витя, расскажешь про то, как это, как организованы проекты? Я потом могу, здесь наверное, нужно, подумать. Да, да, Дима, здесь нужно сказать, во-первых, что у нас на iOS мы гоняем наши тесты на симуляторах на одной версии. То есть если мы бы гоняли на разных версиях, это сложно было бы тогда отлавливать какие-то специфические баги. Но у нас есть матрица с реальными устройствами, и она там разная. И действительно на iPhone X элементы отображаются иногда немножко по-другому, чем на других моделях за счет SafeFairy. Мы, естественно, не делали какие-то другие пейджи, только под какую-то модель. В данном случае, да, то есть мы это все патчили, опять-таки, с модулями и подключали нужный модуль в зависимости от модели этого устройства. Поэтому, как бы, самое простое решение, возможно, даже не писать какой-то новый тест под модель, а сделать реализацию в тесте на низком уровне под модель. Таким образом, вам не придется писать дополнительные шаги или дополнительные тесты, то есть можно будет все переиспользовать так, как оно есть, без каких-то экстра эффортов на поддержку или изменений. Ну, это если коротко ответить на. Про разницу того, как мы работаем с iOS и Android, можешь рассказать поподробнее? Не про то, как мы работаем с разными моделями одной платформы, а про то, как организованы UI конкретно проблема с... Да. Понятное дело, что UI-фреймворк, который читает состояние наших пейджей на iOS, отличается от Android, и мы не сможем использовать один класс. Поэтому, во-первых, мы выделили наш фреймворк со всеми операциями в отдельный класс. Мы назвали его UI, UI Operations. Вы можете видеть это в наших примерах, UI. То есть все операции, которые связаны с действиями или просто с чтением состояния каких-то элементов, они все там. И, соответственно, мы сделали один класс на Android, один класс на... Когда мы пишем в наших тестах на пейджах вот этот вот магический UI, то мы используем нужный фреймворк. На Android это, опять-таки, колобаш Appium, а на iOS это чистый колобаш. У нас отличается по реализации только страниц. Поэтому, как бы, вся эта... Мы можем выделить в рамках одной платформы вот тот модуль, про который рассказывал Дима, и таким образом переиспользовать наше решение и на Android, и на iOS, и на разных приложениях, да. То есть в одних случаях нам придется всего лишь дописать один раз реализацию на одной платформе. В другом случае, нам, если какой-то уже готов шаг для одного приложения и платформы, мы все это переиспользуем и дописываем реализацию для другой платформы. В случае же, когда на обеих платформах готова реализация, но у нас разное приложение, мы просто добавляем шаг, он уже готов, и не делаем вообще никакую реализацию на уровне страниц. Ну и понятное дело, что чтобы все вышеперечисленные действия выполнять, мы их держим в одном едином репозитории, и любой тестировщик может написать тест для любого приложения. Думаю, от вопрос и отвечен. И даже для любой платформы, в принципе. Не только для любого приложения, но и для любой платформы, что мы и делаем. Ну да. Следующий вопрос. Есть ли какие-то best practice от Badoo, как работать с тостерами, с уведомлениями вот эти вот? Витя, как это с уведомлениями на iOS обрабатывается? Тут два момента. Во-первых, вы же не будете включать уведомления во всех тестах, там, где вы даже их не проверяете. Поэтому у нас есть QAPI, через которое, наш волшебный QAPI, через которое мы отключаем нотификации. Потому что если бы мы отлавливали это во всех тестах, тесты были бы супер медленные. И эти всплывашки иногда блокируют действия на экране. Поэтому, во-первых, там, где нам нужно проверять всплывашки, мы их проверяем. Там, где нам не нужно, мы их отключаем. Это первое. А теперь второе, там, где нам все-таки нужно проверять всплывашки, да, мы используем следующую технику. У нас есть действительно класс отдельный для этой всплывашки. Мы ожидаем, что она появляется. И далее мы или кликаем на нее, чтобы она пропала, или ждем, что она сама пропадет. Опять-таки, с теми методами в all-fo, которые вот рассказывал Дима, да, этим nodeapi, shouldisappi. В зависимости от того, что хотим проверить, мы можем использовать shouldapi, should not disappear within timeout, shouldisappi, should not appear again within какой-то timeout. И таким образом мы можем полностью flow, даже с изменением состояния, проверить любой всплывашки, которая есть на экране.
Она, кстати, есть про эту всплывашку небольшой пример в сэмпл-проекте. Поэтому всем советую зачекаутить GitHub и посмотреть реализацию наших практик. Возможно, ответы на некоторые вопросы вы сможете также там найти. Дима, а есть ли какая-то особенность с Андроидом и работы с этими самыми всплывашками? Да, ну, на самом деле, общие принципы точно такие же. Мы используем одинаковый подход ко всем платформам с точки зрения разных вариантов изменения состояния. И отличается только, опять же, только то, как мы получаем состояние Android-элементов, которые реализованы немного по-другому, чем на iOS. Спасибо большое. Следующий вопрос. Какой процент кейсов, примерно, естественно, от общего количества автоматизирован и сколько по времени занимает регресс в рамках одной платформы? Наверное, отвечу здесь я. У нас очень сложная структура тестов. Ну, как сложная? Мы пользуемся принципом тестовой пирамиды. Есть end-to-end тесты, есть UI-тесты, есть юнит-тесты. Мы разговариваем при разработке с разработчиками, решаем, как будет покрыта фича. Не все фичи будут покрыты end-to-end тестами, некоторые могут покрыть, некоторые могут иметь покрытие только UI integration, UI и unit. Соответственно, end-to-end тесты не нужны как таковые. Но мы стараемся все новые фичи покрывать сразу же в параллель, и по нашим практикам при выходе фичи в продакшн она должна иметь сразу тесты. В большинстве случаев, если нет, то мы пишем постфактум, но используя те же стандарты. Также мы покрываем фичи, которые мы не покрывали раньше, потому что забыли или по каким-то либо другим причинам, но мы стремимся иметь покрытие как минимум критического функционала близко к 100%, я считаю. Ну да, как я говорил в начале, теперь у нас покрытие каждой фичи тестами является обязательным для релиза. Таким образом, мы освобождаем себя от регрессии для этих фичей и, по сути, исполняем всякие релизные проверки перед релизами, которые занимают у нас не такое время, которое могло бы занимать регрессия и релизное тестирование всех возможных фичей. И мы полагаемся в этом очень сильно на автоматизацию. Это помогает очень во многом перед релизами. Ну да, и в релизный день мы успеваем сделать все необходимые проверки и начать релизиться в том числе. В случае мобильного релиза всего приложения. Благодаря этому. Следующий вопрос. Автотесты у нас прогоняются на реальном тестовом сервере или же эмулируете ответы от сервера? Начну отвечать снова я, если вы не против. У нас есть свой стейджинг, к которому подключены все тестовые, все тестовое окружение заведено туда. Оно проверяет данные там, то есть почти боевое окружение, и мы стараемся не эмулировать ответы от сервера в end-to-end тестах, потому что философия end-to-end теста – это проверка состояния того, как пользователь проходит по приложению. И так как пользователь не пользуется тестовым сервером или за сервером, где данные замоканы, то мы стараемся это выполнять на более-менее реальных данных. Чем ниже уровень тестов, UI integration, там, соответственно, уже могут появляться какие-то серверные моки, либо просто стабы данных, которые эмулируют ответ или запрос. Надеюсь, я ответил. По поводу того, что end-to-end тесты выполняют все действия, как это делают пользователи с реальным сервером, то есть с нашим стейджингом, здесь стоит заметить, что с использованием QA API, про который мы рассказали тоже, и в ссылках есть доклад про эту систему, мы подготавливаем наших пользователей, чтобы нам проверять различные сценарии. То есть, например, можно выставить разные даты рождения, то, что, очевидно, мы не сможем дождаться, как реальный пользователь это ждет. Поэтому QA API нам очень сильно помогает в подготовке наших сценариев к проверкам сути этих сценариев. А дальше, да, мы используем обращение к настоящему серверу. Спасибо большое, Дима. Я вижу, что время нашего доклада подходит к концу. У нас все еще есть вопросы. И давайте эти вопросы мы ответим уже в дискуссионной зоне. И у меня есть еще другие интересные вопросы, которые я по ходу нашел для себя и хотел бы задать и Вите, и Диме. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к зоне.
дискуссионный, и там посмотрим. Пока мы ждем дальнейших действий. Витя, как ты познакомился с Мацем? А, сорян, вот уже и Татьяна. Да, ребята, большое спасибо за доклад. Я предлагаю вам отправиться в дискуссионную зону в Zoom. Все слушатели наши также могут пройти по ссылке и продолжить там задавать вопросы. Вопросов на самом деле очень много, и это очень здорово. Большое спасибо и хорошего вам продолжения дня. Спасибо. Увидимся в Zoom. Заходите. Пока-пока, да.